приветствия, друзья! С вами пинбольный клуб «Снайпер». И сегодня у нас очередная заруба в канун приближающейся зимы и Нового года. Давайте познакомимся с участниками. Кто у нас сегодня играет? Виктор. Зая. Женя. Катерина. Вот. И мы сегодня начинаем нашу осеннюю зарубу. Вперед! Файр! Так, Зоина команда готова? Да. Женя, готовы? Начали! Навстречу друг другу! Ближе, ближе! Попали? Стоп! Стоп, игра! Стоп! Женя, стоп! Так, есть! Ну что, вышло? Куда попадание? Жень, в руку? И как? Да никак, нормально. Вообще нормально. Непонятно. Ну что, начали! Есть, стоп! Стоп игры! Ура, Кум, молодец! Катюха! Готовы? Начали! Котенок, не подводи! Ну, он, блин, слышишь? Друзья, вы сейчас просто убьете все шары. Сейчас самое идеальное менять позиции. Все, в катюху попали. Стоп! Стоп, игра! Я отсюда видел. Так. А? Если не разбилось, это не говорит о том, что попадания не было. Ты чувствовала, что прикоснулся? Все. Все. Сюда. Стоп, игры. Первая победа за это. Зоя, Зоиной командой. Ура! Мои поздравления, Зоя. Спасибо. Браво. А тебе бошку. А школьные каникулы уже не за горами. И чем детишек вам занять, решают папы с мамами. Как от компьютера отвлечь? Побегали, чтоб и поиграли. Решение есть. Пинбольный клуб «Наш Снайпер». Вы их поиграть к нам приводите. Все снаряжение в комплекте есть для каждого. Бронежилет нательный, форма, маски. Ведь сами помним, как играли мы войнушки. Такому отдыху детишки будут рады.